Ну что, этот виноград, да? Что-то он не... Что? А ну да, я попробую. А ну-ка, я попробую. Что? Что? Нормальный, кисло-сладкий. А он тебе что, еще слаже будет? Нормальный. Если... Кисло-сладкий. Ну, вот я говорю, за то, что я говорил, что он похож и на рислинг, и на... Сладенький. Вот. Видишь, какие? А вот это зеленый. Грозди. Грозди какие. Нормальные. Есть можно. Кисло-сладкий. Вот надо видеть, что тут надо будет подкапывать и перегнойчик сюда подсыпать. Ай, перегнойчик. Это у нас этот самый. Какой у нас? Восторг черный. О, этот я еще пальчиковый не пробовала. Это надеюсь даже. Так, ладно, пойдем. Сейчас мы посмотрим. Ну, перчик подними. А я съем. Ладно, сейчас. А куда это мы идем? Все. Все. Я думал, что с него. Так что, а сколько же тогда будет еще висеть у нас, а? Обычно рамы с него делали, а? Кисляка, да? Значит, сегодня только тот зеленый, да? Обрежем, да. И все. Или вот это тоже. А ну-ка, да и попробуем. Нет, это тоже. Это тоже не будет. Кисло-сладкий. Это позже. Так, ладно. Пойдем черный попробуем. Наверное, сейчас ты начнешь с черного. А черный это какой? Ну какой? Вот там. Где вот там? Ой, ой, ой. Как в дебрях пролазь ее. Кого? Я хочу, но я ж не могу. Хочу собрать и съесть. Все, последнее. Какой крупный, самый модный. Ну и где черный виноград? Какой? Иду. Да я как в дебрях иду. Лидию получится быстрее, чем тот. Вот он черный, видишь? Да я вижу, вот. Вот он черный. А запах какой. Вот похож. Капля. Вот все похоже на Изабеллу, он похож. Я раньше называла его Изабеллой. Сначала сладкий, потом кислый. И терпкий язык какой. Даша, вот это один, срывать. Вот один путь. Ага. Вот второй вкус. Ага, вон зеленый. Надо срывать. А вот он. Вот он. Это Лидия. Какой зеленый? А, это Лидия. Это Лидия, еще он у нас зреет. Вот он. Вот же она. Как розовая станет. Так и будет. Она что-то уже, конечно. А. Все. Значит, срываю черный. Значит, сейчас я там займусь. А ты. А я черный срываю, а потом снимаю своими делами. Можно? Да. Вы разрешаете? Своими делами. Он перчик вянет. Его не разрешила поливать? Нет. Ничего страшного. Нормальный перчик. Надо полить. Попрыскаем, да и все. Надо собрать. Вот видишь еще какой. Летет плавно. Помидорки, капустки. Капуста, наверное, в этом году будет поганенько у нас. А нам хватит. Да вам сюда хватит. А нам хватит. В магазине. А чего? С прошлого года, помнишь, нам дотянули. Уже до весны дотянули. Если ее не есть. Если ее не есть? Да. Понятно. Как рясная какая яблоня.
Да? Ты видишь, какая рясная яблоня? Но эти яблоки мне нравятся, они сладенькие. Шо? Я говорю, может, сидр придется сделать, да? А надо, не сильно уж много тут яблок. Слышишь, и замочить я хотел. Да. Ну что, да не, еще есть, да не вкусно. Так что, а ты уже и бочку вытянул, да. И подготовился. Всем здоровья, ага. До свидания. Работаем дальше.